высок уже любишь? Коля хочет. А она стоя катается, она бачит каталку. Да. Нет. Да, она сидит, она нормальная. Ой, где или покатит? Да, да, покатит. У меня насос такого нет? Нету. Надо смотреть. Протирание. Да, не лёжки, ничего. Ну что, принёс или? Тут вообще... А, там совсем что ли всё? Да, видишь. Да. Мам! Привет! Привет! Снимаем! Привет! Вот ветрянка! Делайте, делайте! Не надо мне грушу крючить! Это что-то пособием. Язык в жопу. Еще остальное. Я тебя не снимаю, я стол снимаю. Ну, хорошо. Я курочек снимаю. Бери голову, Женя. И жопу теперь бери. Я вам говорила, но я не видела. Ты хоть разобралась, как записывать или нет? Легко все. Ну, как часто можно? Ладно. И надолго хватает посуды. 6,5. Выше крыши. Хорошенький. Оля, показывала тебе, Женя? Чего? Подарочек. А когда она могла показывать? Ну как, вот сейчас. А ты с собой его что-то? Умер родился. Я не знаю, видимо, его... А ты вчера не до конца? Нет, во-первых, не до конца, во-вторых, я думаю, что его нельзя заряжать, пока не разрядился. Мне кажется, так. Читать. Вот это все умеет там тыка уже. Значит, чего пихать? А в ухо чего пихать? Не вываливается из уха, нормально держит? Очень хорошо. Мне кажется, как вот так он держать может в ухе? Нормально? Нет, нет, нет. А это вообще хорошо, он, знаешь, чего? Он заряжается от этого компьютера. О, очень хорошо. Ну вот я говорю, закончишь без трои четверть, куплю. Ну тогда и ходи. Это. Тебе фиг как раз маслом, ты понимаешь, да, а не маме. Тебе фигоста. Даша вон тоже получает. Я говорю, пожалуйста, учись хорошо, закончила. Если английского не будет, тогда... Ну, извини, английский считается. А у меня такая... Мне тут сказали, что наша нянька увольняться не собирается. Что у нас на... И тогда у меня будет 4, а не 5. Можно... Не знаю. Вот знаешь, такие вот фрукт пластмассовый, а в нем мороженое. А помнишь, лопали пару лет назад? Да, я помню. Продавали, да, все, да, вот такие вот, ага. Я тоже помню. Да, я тоже помню. Он в метро продается. Миш, три здесь, а одного не вижу. Где там в журнале было написано в метро, что продаются такие. Они разбредутся тут? Только теперь все ванильные. Вкусы. Завалишься, смотри, как завалишься, да, хорошо. Куда? 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 Ну что за пароль? Давай, Миша, что-нибудь такое с бацей. Тост. Ну скажи что-нибудь. Давай быстренько, пластин садись. Чего я должен сказать? Я сейчас сниму, сниму. Что-нибудь. Для кого? На Леню? На всех. На всех присутствующих дам? Да. Видишь, у вас нет, много. Нет, слушай, действительно, все дамы. А я один. Один мужчина, а все дамы. Как она? Камень, например. Я только. Да? Я только
Так наливайте, чего? А Дашке-то салат не положили. Я не буду. А? Шампанское же надо открывать. Ну, так а что это? А мы шашлыка не будем жать шампанским? А зачем нам шашлык? А, ну давай тогда открывай тогда. Смотри, подтягиваться на железке. Мы красненькое потом. Ну, открывай тогда, открывай. А это футбол. Жене, открывай шампанское. Даша, маслины не надо тебе? Чего? Маслины будешь? Я только шашлык и класс. Даша, твои любимые оливки. Ой, солнце, друзья, ягодки. Моя. Ягодки. Смотрите на больного человека. Посмотрите, это ж клоун. Посмотрите, посмотрите. Снимай Веру-то, это ж клоун. Так, только не надо. Так, сейчас. Он на меня навел. Да, на тебя навел. Сейчас. Так. У тебя фобия, издеваетесь. А с Верой никто в метро не заходил? У тебя много фобий. Как Вера прыгает. Ну ничего я, ничего, да. Потом вцеплюсь в руку и все. К 40 годам, смотри, как глядишь. Зато раньше бегал через три ступеньки. Это что, вот. Вера? Вера, посмотри на Веру. У каждого человека своя фобия. Некоторые пауков боятся. На меня я боюсь пауков. Он хорошо открывает. Я боюсь таракана. Даша, не доси меня. Ура!